Довольно-таки интересная игра получилась, боевая, но те погодные условия, которые на сегодня, на то состояние поля, то, в принципе, довольно-таки интересные моменты были в игре. То, что там по результату, ну, как бы я не могу сказать, что мы там сильно у нас было больше моментов на то, что мы должны были увести отсюда 3 очка. Ошибка вратаря в конце, ну, наверное, больше самоуверенность у него была, что он там сохранит этот мяч. Поэтому, то есть, как бы, ну, я думаю, что закономерный результат. Я благодарен команде сегодня. Тех ребят, которых мы подписали, они нам помогли. Ну, неплохая команда, конечно, Горностаевка. Внизу они на средней линии пытались переиграть. Были хорошие у них эпизоды. Вот. Двоякое впечатление от игры. Вроде и очко взяли, как, конечно, нам. Это очко очень важно. Мне что понравилось, что пытаются играть комбинационный футбол, что я от них требую. Независимо давят на них результат с ошибками, без ошибок, но они стараются. Это очень приятно.